Раскрыто убийство таксиста, которое произошло 6 января. По подозрению в совершении жестокого преступления задержаны двое мужчин. 28-летний житель села Черкутино Собинского района и его 39-летний знакомый из поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. По предварительным данным, будучи в сильном подпитии, они наняли такси и решили прокатиться в Кольчугинский район. По пути, не сойдясь с водителем во взглядах, пассажиры нанесли таксисту смертельные ранения. Тело мужчины с колотыми ранами и признаками удушения обнаружили в салоне автомобиля в районе деревни Дубки Кольчугинского района. Один из предполагаемых преступников скрывался в Москве, другого задержали в Судогодском районе. Сейчас оба арестованы и находятся во Владимирском СИЗО. Служил в полиции, а в свободное от работы время промышлял разбоем. Сотрудника отдельного взвода ППС Собинского района, 29-летнего старшего сержанта полиции, обвиняют в серии разбойных нападений. На оборотне в погонах пожаловалась жительница Собинского района, неизвестный украл у нее сумку. В ходе следствия выяснилось, что это полицейский, и с лета 2015 года он совершил еще 6 разбойных нападений на граждан. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проверяют причастность старшего сержанта патрульно-постовой службы к другим подобным преступлениям. А вот сотрудники полиции Селивановского района обвиняются в превышении полномочий. Как сообщило ФСБ, чтобы раскрыть тяжкое преступление, стражи порядка склоняли одного из задержанных к явке с повинной и приобщили к уголовному делу ложные доказательства. В частности, принесли в камеру к согласившемуся на сотрудничество правонарушителю вещи для того, чтобы тот оставил на них отпечатки пальцев. Причем непосредственное участие в сборе фиктивных доказательств, по данным следствия, принимал исполняющий обязанности начальника отдела полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело. В Башкортостане задержали владимирского наркодилера, который 3 года был в федеральном розыске. Сергея Самолетникова обвиняют в покушении на сбыт героина в крупном размере. Наркополицейские разыскивали его с 2012 года. Задержали 30-летнего уроженца Владимира в Уфе. Теперь он будет дожидаться окончания расследования под стражей.